Всем привет, мои дорогие виноградинки, вы на канале Кишмиш Плей, меня зовут Иван, и мы с вами продолжаем прохождение Хогвартс Наследие. В прошлой серии мы закончили на том, что я уперся в загадку. Собственно говоря, между сериями я тупо методом подбора подобрал методом подбора, как открыть эту дверь. Я сидел, если честно, старался как-то это все придумать, я даже позвал на помощь Настю. То есть мы с Настей сидели, пытались какую-то комбинацию выдумать, что-то подобрать, что-то как-то высчитать, причем здесь эти цифры, причем здесь вот эти все символы, и просто случайно в момент я набрал правильную комбинацию. Это вот этот вот кружочек, я не знаю, что это, спрут, скорее всего, одноглазый. И вот этот вот, дракон, наверное, или кто это, что-то похожее. Все, здесь этого ставишь, дверь открыта. Что же нас ждет здесь за сундук? Я еще эти сундуки такие не находил. Коллекция обновлена. Высокий фальшстол. А зачем? О, темный шарф с узором пустыни. Ух, вообще прекрасно. Слушай, в общем, тут будут разные прикольные вещи. И я еще заметил такую штуку. Когда делаешь ревелио, он показывает. Видишь, вон сундук. Замок уровня 1. Замки мы взламывать пока не умеем. Я думаю, что нам нужно этому как-то побыстрее научиться. Что у нас, собственно говоря, сейчас по задачам? Давай посмотрим карту. Так, а где? Вот, задание. Послеурочные занятия от Уизли. Мне нужно встретиться с профессором Уизли в классе трансфигурации. Я хочу вот это. Это мы можем отменить? Нет, вот это. Мы пойдем. Тайное общество дуэлянтов. Я хочу тайную дуэль. Все, погнали. Потом трансфигурация подождет, это основные задания. Основные задания никуда не денутся, а дополнительные нужно проходить. Дополнительные нужно проходить обязательно. Тем более мне понравилось на дуэли. Я думаю, что на этой дуэли нам тоже будет очень достаточно весело. Ты что, пошевелился или мне показалось? Не показалось, слушай, они шевелятся. И знаешь, что я придумал? У нас же есть с тобой точки быстрого перемещения. Неужели я не могу переместиться туда? Так это через... Это далеко бежать надо. Так, давай вот так сюда. Южное крыло и... я не могу сюда переместиться. Гостиная Гриффиндора. О! Вот. Переместиться. Все, не на ту кнопку нажал. Я смотрю, у меня что-то света маловато, да? Ой, не на ту нажал. Вот так вот света чуть побольше сделаем. Опа. Свет стало достаточно. Меня хорошо видно, да? Так, теперь с гостиной погнали. Так, ребят, чё на расслабоне? У нас, между прочим, учебный день. Хоп-хоп, встали, давайте. Потянулись, улыбнулись на занятия. Чайка попьем. Какой вкусный чай. Ладно, рванули. У меня, между прочим, есть дела. Есть дела, про которые вам, как бы, знать не нужно. Слушай, здесь где-то есть опять сундук. Тут сундуков целая куча. Я думаю, мы потом как-нибудь вообще зададимся целью по большей части эти сундуки найти. Но пока меня интересует тайный клуб дуэлянтов. Люкан Шумсби. Подожди, Люкан Шумсби. Шумсби. Окей, мы поняли. А здесь ничего не открыть? Вот же здесь сундук, нет? Он выше. Я уже примерно начинаю понимать, как обозначаются сундуки. Выше, ниже и прочее. Нельзя сюда выйти. Дверь загружается. Там загружается локация или что? Да, загружалась локация. Хорошо, прекрасно. Хогвартс. Кто что где кричит? Меня отвлекло поле для квиддича. Я хочу полетать на метле. Я думаю, нас этому научат. Ладно, мы попозже обязательно этим займемся. Внутренний двор часовой башни. Погоди. Мне интересно, что это? Я уже находил эти штуки. Я находил такую статую одну, но я не знаю, что с ней пока делать. Так, мне с тобой нужно пообщаться. Ты вообще мелкий какой-то. Чем могу помочь? Себастьян посоветовал мне спросить у тебя про клуб. Но раз Себастьян за тебя ручается, этого достаточно. Я провожу дуэли в скрещенных палочках. Это такой дуэльный клуб. Приглашение в него кому попало не выдают. Так что, видимо, тебе удалось впечатлить Себастьяна. Приятно слышать, он получил неплохую трёпку. Приятно слышать. Мне лестно такое слышать. Себастьян тоже неплохой дуэлянт.
Представляю себе, какую захватывающую дуэль вы можете устроить. Как именно все происходит в скрещенных палочках? Ты приходишь, и я выставляю против тебя других участников. И тот, кто в итоге выстоит, становится победителем. А так мы определяем, кто из нас лучший дуэлянт школы. А для большего интереса на кону еще и приз. Хочешь поучаствовать? Конечно, хочу. Хочу. Я вступлю в твой клуб. Давай, конечно. Конечно, дуэли — это личное развлечение. Согласен. А кроме того, в скрещенных палочках можно сражаться в паре. На первый раз встанешь в пару с Себастьяном, а затем можешь привести кого-нибудь еще или сражаться в одиночку. Ну что, рискнешь сразиться? Изи-пизи. Да, погнали. Замечательно. Сейчас полетят искры. Я ради этого сюда и бежал, чтобы посражаться. Ты еще пожалеешь, что записался. Ага, мы с Себастьяном в паре. Так, пробивайте желтые щиты, используя контролирующие заклинания. Знаем. Такие как Левиоса. Привязка к цели и... Да мне не надо привязка к цели, я буду гасить всех. Кто попадет под мою палочку, я вынесу всех. Так, Офелия, этому как выбить? Не успел. Победа просто, изи-пизи. Вообще огонь. Слушай, я надо почаще сюда приходить. Нравится дуэли, это круто. Неплохо. Себастьян в тебе не ошибся. Дальше соперники будут посильнее, но если ты продолжишь в том же духе, может, станешь новым чемпионом школы. Чудесно, я согласен. Хорошо. На подготовку дуэли нужно время, так что приходи позже. Может, я что-нибудь придумаю. У тебя что, не осталось волшебников против... Еще раз поздравляю с первой победой в скрещенных палочках. Отличный бой. Давай награду. Надеюсь, ты еще заглянешь к нам. Задание выполнено. Отлично. Опыт дали. И... А, мне нужно один из трех. Ну ладно, хорошо. Хорошо, мне понравилось, это было прикольно. С тобой пообщаться? Мы неплохо посражались, Себастьян. Когда понадобится партнер из восхищенных палочек, обращайся, не стесняйся. Слушай, Себастьян нормальный пацан, как я понимаю. Хоть и из Слизерина, нормальный чувак. С ним можно иметь дела, я так подозреваю. Замок уровень... Кто меня научит замки взламывать, а? Ребят, научите кто-нибудь замки взламывать. В данный момент вы ничего не отслеживаете, а мне бы надо отследить задание какое-нибудь. О, с тобой можно пообщаться. А это не с тобой мы дрались? Сочувствую твоему следующему сопернику. Вот подожди, пока я подрасту чуток, тогда посмотрим, кто кого. Ну давай, давай, дам тебе шанс, скажем так, подрасти. Так, ладно, задание. Испытание, 1%. Я хочу испытание какое-нибудь. Выполняйте задание, чтобы продвигаться по сюжету и оставить свой след в волшебном мире. Блин, очень здорово. Это просто волшебная игра. Это то, что надо мне. Я, наверное, сейчас подсяду на нее конкретно. Так, ладно. Побочное задание от... Послеурочное задание от Уизли. У меня дополнительных вроде пока никаких не было, так что погнали к профессору Уизли и выполним ее задание. Так. А, я же могу быстро перемещаться. Прямо хоть сейчас. Мне не нужно идти к точке быстрого перемещения, чтобы переместиться. Так, и... А рядом с тобой ничего, да? Блин. Ладно, а если из этой башни? О! Почти возле задания. Прекрасно. Конечно, я понимаю, что лучше бы ходить так, самостоятельно. Много чего интересного увидим. Но я хочу дойти до личной палочки. Я хочу получить личную палочку, потому что, как ты понимаешь, я сейчас бегаю не со своей. И есть у меня подозрение, что, ну, мне все-таки позволят купить ее. О, котик. Слушай, столько котиков у них много. Вообще просто кошмар. Мне, кстати, один из котиков... Один из котиков крутился возле двери, пока я ее открывал. И я случайно нажал и дверь открыть, и котика погладить. Вышло, в общем, забавно. Ну, ты, кстати, на монтаже увидел. Я забыл сказать в начале серии, поэтому для тебя это было, видимо, удивлением. Я записывал, как я все это подбираю, поэтому в ускоренном режиме ты увидел вообще все, что происходило. Задание начать. Добби? А нет, это не Добби. А как насчет комнаты, профессор? Я как раз думал о том же, Дэш. Если ты поможешь. Ох, простите, Дэка. Трансгрессировал. А, вот и вы. Я хочу палочку.
Надеюсь, ваши первые уроки прошли хорошо. Да, профессор? Профессор Гекон и Ронин тоже так думают. Похоже, вы с профессором Фигом успели много освоить до приезда в школу. Мне кажется, по дороге сюда произошло нечто такое, о чем вы не хотите говорить. Разве я не права? Ну, я не знаю. А профессор Фиг ничего не сказал? Неужели вы не обсуждали мое обучение с профессором Фигом? Он по-прежнему не желает вдаваться в детали, упомянул лишь несколько заклинаний. Ревелио, кажется, а еще Люмос. Именно так, профессор. Понятно. Все равно, что заставить Глизни читать стихи. Как бы там ни было, вам нужно восполнить пробел в знаниях. Для этого я попросила ваших преподавателей давать вам дополнительные задачи, чтобы ускорить процесс обучения. Профессор Ронин говорил об этом. Да, профессор Ронин об этом упоминал. Кстати, профессор Ронин ждет снаружи, чтобы дать вам первое задание. Окей, погнали, я не против. Теперь, что касается посещения Хогсмида, о котором я говорила ранее. Мы договорились восполнить утерянное вами по дороге в школу. Семена, рецепты зелий, магические рецепты и все остальное. Спасибо, профессор. А мистер Оливандер подберет для вас идеальную палочку. Давай. Сейчас на уроках вы пользуетесь чужой палочкой, но ваши заклинания станут куда мощнее, если использовать собственную. Я на следующей дуэли просто всех размажу. Можно идти? Что еще вы можете рассказать мне о лавке с зельями? Магический рецепт? Значит, здесь действительно есть магазин Оливандера. Хогсмиде есть магазин Оливандера. Есть. Почти все покупают палочки в Косом переулке, но нам повезло, что поблизости есть еще один магазин. Я хочу в Косу переулок. Мистер Оливандер настоящий мастер своего дела и весьма искусный изготовитель волшебных палочек. Никому другому я бы за новой палочкой не обращалась. Можно идти? Мне не терпится попасть в Хогсмид. Очень хорошо, отправляйтесь туда с кем-нибудь из одноклассников, пусть поможет вам сориентироваться. Надо эту девчонку найти с заданий. Пригласите Себастьяна Селлу или Нацайо Най. Я заметил, что вы неплохо ладите с ними. Нати — это которая была на уроке, а Себастьян, с которым мы дуэлировались. Давай Нати. Хотя Себастьян тоже нормальный пацан. Не, давай Нати. Я пойду с Нати. Замечательно, мисс. Она одна из самых талантливых учениц школы и хорошо знает Хогсмид. Она поможет вам избежать неприятной встречи с приспешниками Виктора Руквуда. Весьма неприятная личность. Постарайтесь не связываться с ним и его бандой, особенно его правой рукой, Теофилом Харлоу. Когда выполните задачу профессора Ронена, идите к дверям замка. Ваш друг будет вас ждать там. Не теряйте время. Быстрее закончите работу и сможете наслаждаться кружкой сливочного пива в трех метрах. А вот все, они споить меня хотят, да? Все, это мотивация, понимаешь? Это мотивация, мотивация персонажей. Сделаешь задание, которое я тебе говорил, и можешь бахнуть в пивасиках. Блин, я бы сам на это повелся. Поговорите с профессором Ронином, чтобы получить свою первую задачу. Задача — это особый тип заданий, которые дают вам профессоры Хогвартса, и после их выполнения они учат вас использовать новые заклинания. Наградой за выполнение вашей первой задачи является восстанавливающий чары Репару, который необходим для выполнения других заданий. Вы можете отслеживать свои задачи? Окей. Погнали. Я не против, я только за. Я сделаю все, что угодно. Так, котика этого уже гладил. Сделаю все, что угодно, чтобы новые заклинания выучить. Ты че, это же так круто. Я хочу выучить их все. А, вот и вы. Профессор, вы собирались показать мне новое заклинание? Безусловно, и очень полезное заклинание, восстанавливающее чары Репару. Реперо. Эти чары чинят вещи, сломанный предмет станет как новенький, мгновение ока. Господи, я бы руку отдал бы за такое заклинание. Даже полезнее, чем может показаться. Как уже говорил профессор Уизли, чтобы вы смогли догнать сверстников, мне классные занятия у вас будут не только со мной. Другие преподаватели тоже согласились поучаствовать, но сначала каждый из нас предложит вам выполнить предварительное задание, чтобы отточить навыки. Принеси мне 10 крыс. Я как раз подготовил несколько таких заданий на сегодня. Выполните их и сообщите мне. Вы быстро освоите репара, даже не сомневайтесь. Окей, я выполню задание. Так, задача профессора Ронина. Заберите парящую страницу рядом с разбитой статуей, заберите парящую страницу в башне защиты темных искусств. Так, парящая страница, вон я ее вижу. У меня же есть... Это то самое место. Интересно, где же летающая страница? Вот она. Так, мне нужно что использовать? Ацо. Где он? Где страница делась? Слушай, страница же здесь была, куда она делась? Опа! Да я великий, блин, волшебник просто.
Так, на такие страницы лучше, конечно, нацелиться лишний раз, потому что первый раз пришлось промазать. Все, изи-пизи. Все, проф, я нашел страницы. Научи меня заклинанию, пожалуйста. Надеюсь, предварительное задание выполнено. Профессор, зачка вы мне дали готовы. Прекрасно, вы отлично справляетесь с базовыми чарами. Давайте обратимся к старым добрым восстанавливающим чарам. Не забывайте, движения должны быть уверенными, а дикция четкой. Вложите в заклинание свою решимость. Приготовьтесь. Да, сэр. Я буду... Помните, волшебная палочка — проводник вашей магической силы. О, здесь другие клавиши стали. Вот и все. Вот и все. Надо, кстати, обращать на это внимание. Я даже не заметил сразу, что кнопка другая уже. Репаро. Разблокировано новое заклинание. Восстанавливающие чары репаро можно использовать для починки сломанных объектов и элементов окружения. Да ладно, можно везде прям? Вот так. Очень хорошо. Если хотите поупражнять, то попробуйте восстановить вон ту разбитую статую в нише у воды. Это где? Считается, что она изображает расставание. Возможно, некий отвергнутый возлюбленный не вынес ее выразительности. Какую? Вот эту? Так, где эта чаша? Я что? Я чуть не понял. А, вон ту чашу. Конечно, давай сейчас остановим. Ты что? Обязательно. Нам нужно попрактиковаться. Отлично, прямо как по волшебству. Вы просто огонь вообще. Представляешь, сломал вещь. Одно заклинание, и она как новенькая. Блин, да это... Теперь понятно, почему... О, подожди, здесь где-то сундук. Совсем рядом, они совсем рядом, они вот за стеночкой. Давай попробуем открыть их. А почему Хогвартс остановился когда-то в развитии? Ну, то есть сейчас здесь в игре 19 век. Выявить. Опять это заклинание. Да я не знаю, как это произошло, я на шару натыкал. 17-21, я не знаю. Я пытался найти закономерность. А, замок первого уровня, что ли? Подожди, что это тут улетело, я не понял. Дай-ка со стороны посмотрю. Тут реально улетела какая-то страница. Вот она. Иди сюда. 2 из 8. Блин, ну я не доберусь до этого сундука сейчас. А, вот второй, все, окей. Блин, ну придется, конечно, побегать. Я закономерности не выявил никакой. Ни с цифрами, ни с этими символами. Что у нас здесь вообще есть? Вот это жалко, конечно. Я думал, что это одна будет такая загадка. У нас вопрос здесь. 11-21 и вот эта вот мордочка сверху. Что должно быть в нижнем правом углу? Ну давай по очереди. Я понимаю, что, конечно, это займет какое-то время. Если сильно долго мы будем этим заниматься, я перемотаю. Но я вот чем-то таким занимался тогда. Нет. Ну, это тоже нет. Здесь уже есть такой символ сверху. Явно что-то связанное с цифрами. Я не понял принцип работы именно. Да, прыгай. Ага, ясно, хп тратится. Не, ну рандом не поможет. Ну реально не поможет. Тогда мне просто повезло, что я быстро с этим справился. Но здесь на самом деле может быть такое количество комбинаций, просто с ума сойти. Так, ну давай еще раз на это все внимательно посмотрим. У нас здесь есть 17 и все. А здесь есть 21 и 11. Ну я понял, что... В одной четные и нечетные цифры. Правильно? 17 на 2 делится, я не помню, что 16 на 8. Нет. А теперь здесь это не работает. Rebellion. Ладно, не будем терять времени. Я, к сожалению, не знаю точно, как это работает. Между сериями мне мог себе позволить потупить и пооткрывать. На удачу. Но сейчас точно не прокатит. Хотя, знаешь, как это можно быстро сделать? По какому принципу?
бросил кубик, попробовал открыть, а потом сверху поменять на следующий кубик. И так вот. Ну, то есть комбинация, ну, две. Все, закончились. Окей, ладно, хорошо. Слушай, я придумал, как это можно быстрее делать, чем я делал до этого. Так, теперь здесь осьминожка будет. Осьминожки там же нету, правильно? На нижней. Нету осьминожки. Поехали. Раз. Два. Открывай. Нет. Три. Нет. Нет. Тоже нет. И сейчас будет вопросительный знак. Следующий. Все, я придумал схему, как быстро открывать эти двери. Должно получиться. Мне нужно проверить свои... Ой, девчат, извините, пожалуйста. Мне нужно проверить свои знания. Так, подожди, а здесь есть горгона? И павук здесь есть. Ну ладно, давай хотя бы проверим, мало ли с горгоной сработает. Просто я не знаю, нужно ли использовать все символы на этих часах. Нет. Так, горгона и павук здесь есть, так что горгону и павука не используем. На этом замке, понимаешь? То есть они уже отображены. Единорог, кстати, может быть. Ага. 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 Блин, да ладно, не единорог, а что еще? Так, единорог, павук и горгона. Я их так называю просто. Я не знаю, что на самом деле они для себя обозначают, но я придумал им такие обозначения. О, там дракона не было. Дракон. Не может быть, я не делал ничего дополнительного в прошлый раз. Я просто пытался подобрать... Ну, я пытался, конечно, разгадаться и разгадать и разобраться в этих цифрах. Но я не могу все равно придумать. Да ладно! Тупой метод подбора справился. Паук и что там у нас был? Трехглавый дракон. Блин, надо было, конечно, сфотографировать изначальную загадку, чтобы понимать, как это работает. Вот, еще одну комнату я открыл. У нас, получается, эта комната где находится? Так, я открыл комнату... Точка с летучим пламенем. Ладно. Я не знаю, не скоро еще появятся всякие гайды с этим. О, синие солнцезащитные очки, прикольно. Широкое зеркало. Так, ладно, все, погнали по заданию. Вот это мне не нравится, конечно. Это так ломает просто кошмар. Ну, ты типа, ты открываешь дверь, она такая, загрузка. Загрузка локации. Задание. Добро пожаловать в Хоксмит. Все, погнали. А, мне туда нужно. А двери-то закрылись уже. Откроешь сразу, нет? О, хорошо. То есть при выходе на улицу ты заметил, да, что он все-таки подгружается долго? Использовать. Вау. Вот это круть, ты посмотри. Русалки плавают. Ладно, все, хорош. Так, здесь есть дополнительное задание, кстати. Не может быть это все настолько сложным. Ладно, давай за своей личной палочкой сгоняем, а потом будем разбираться с дополнительными заданиями. Ну, серьезно, здесь их много, на самом деле, и на них можно сильно подвиснуть. Я хочу свою персональную палочку. Я с доспехов смеюсь, что они, ну, живые. Привет! Эй, меня не ищешь? Нацай. Нати, надеюсь, тебе пришлось не очень долго ждать. Вовсе нет. Профессор Уизли сказала, что тебе нужно побывать в Хоксмите. Тебе должны быть нужны собственные вещи. И деревню ты хочешь посмотреть, и пивка бахнуть. Да, мне не терпится. Хорошо, тогда в путь. Я покажу тебе все самое лучшее в Хоксмите. Давай, погнали. А Хоксмит, интересно, он, ну, в открытом доступе или там можно побывать только по заданию? Это двор Хогвартса, получается. Ага. Мне было приятно, что профессор Уизли попросила меня составить тебе компанию. Правда? Конечно. Я сама собиралась пригласить тебя выпить сливочного пива в деревне. Думаю, тебе понравится. Так что профессор Уизли как раз вовремя прислала мне записку. А метлы? А полетать?
Не могу передать, как приятно дышать свежим воздухом после долгих кампаний и в древних руинах. Не советую выбирать этот предмет. Ужасная ошибка. Я верю. Хотя вряд ли можно назвать это выбором, когда мать выбирает за тебя. А зачем мы бежим? Мы не можем спокойно пройтись. Хоксмите чудесно в это время года. Все советуют побывать там в Рождество, но это как раз тот редкий случай, когда я лучше побуду дома. Она не любит Хоксмит. Не любишь холодную погоду? О, к холодной погоде я уже привыкла, хоть это и заняло некоторое время. Ведь там, где я выросла, снега не бывает. Она не любит Хоксмит Рождество. Погоди-ка, сюда. А что тут? Я часто нахожу златоглазок в здешних лесах, правда? А что в них особенного? Выглядят они необычно, но если дать настояться, потом можно будет варить из них разные зелья. Ой, спасибо, давай возьмем. Златоглазки собрать. Эй, постой, постой, Нати, ты куда побежала? Давай спокойно пройдемся, не хочешь? Ой, блин, так долго будем идти, я понял. Я понял весь твой план. Мы ускоряемся. Гляди, там типа гиппогрифы вылетели из запретного леса. Неужели их что-то спугнуло? Я хочу гиппогрифа. Ходят слухи, что поблизости видели гиппогрифов. Так это ж вот они, гиппогрифы, нет? Подожди, небось уже имена им придумала. Это вы типа дразните ее или что, ребята? Эл? Видите, что у меня есть? Вот так вот умею. А еще чуть-чуть и научит Аваде Кедавре. Так что, ребят, не борзеем. Не надо мне тут заниматься буллингом. О, подожди, дай-ка я открою значок. Слева запретный лес. Ученикам туда нельзя, неспроста же он так называется. Я хочу запретный лес. А почему туда нельзя? Преподаватели говорят, что там слишком опасно. Но я считаю, что название запретный только делает его заманчивым. Ну еще бы. А вот и Хоксмит, за теми холмами. Осталось только пройти мимо этих руин. Давай зайдем в руины. Ну, слушай, так далековато от школы. Ну, хотя... Всю жизнь бы путешествовала, если б могла. Признаюсь, меня удивили слова профессора Уизли о том, что ты хорошо знаешь местность. Ведь ты здесь относительно новенькая. Она так сказала. О, знаете, что я вспомнил? Значит, она знает меня лучше, чем я думала. Я тебе так скажу, в школе можно многому научиться, но не меньше мы узнаем за ее стенами. Так, ставлю на паузу, у меня мысль такая появилась, я все никак не могу ее рассказать. Вы видели, ну, в повозке вот этих лошадей, которых обычно не видно? Вот этих вот самых лошадей. Я, когда была сцена с драконом в самой первой серии, я сразу даже не сообразил, что произошло. Этих лошадей видно только, видят только те люди, которые видели смерть. Пацан до этого смерти не видел. И в тот момент, когда на его глазах убили человека, дракон съел, я забыл, как звали, Фрэнка из министерства, они появились у него перед глазами. Я сразу не понял этого. Я когда только монтировал, я такой, да ладно, это же вот так это происходит. Теперь он видел смерть, и теперь он видит этих, я забыл, как называются эти лошади, теперь он видит этих лошадей, а до этого он их не видел. Ну и в принципе, обычные люди их не видят, которые не видели смерть. Все, погнали. Нати, я сказал свою мысль, можем идти дальше. Мне же нужно иногда что-то там подвякивать в своем летсплее, а то как-то странно будет тупо субтитры читать. Это вот было в самой первой серии, вот когда они летели, на них напал дракон. Куда торопишься, чувак? Все нормально? Как тебе школа? Я помню, несколько недель после приезда мне было так непривычно. Лейк, река. Все вокруг было новым и совершенно незнакомым. Привыкаю потихоньку. А ты? Обжилась тут наконец. Я все еще скучаю по родине, но здесь тоже очень красиво, и время от времени я выбираюсь из Хогвартса, чтобы немного осмотреться. Это помогает приспособиться. Хогвартс на самом деле стал для меня будто новым домом. Надеюсь, он станет таковым и для тебя. Там я увидел лапу медведя. Что это значит? Северный Хогвартс. Это что такое? Пушилка! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, понял. Догоняем. Я нашел пушилку. Я хотел посмотреть ее поближе, но мы сейчас на задании. Это же мистер Мун. Он работает смотрителем в Хогвартсе. Выглядит как-то потрепанно. Здравствуйте, мистер Мун. Вы уже познакомились с новичком? Очень приятно. Лучше вам повернуть назад, мисс Анай. Развернуться и бежать.
Сэр, у вас все в порядке? Она смотрела прямо на меня, а глазище как блюдце. Что смотрела мистер Мун? Деми, маска. Мерзкое, волосатое, жуткое существо. Я буду в замке, там безопасно. Удачи вам. А я пойду туда. Бедняга мистер Мун. Статуэтки Деми масок. Я думаю, он точно перебрал в деревне. О. Надо признать, я никогда не видел его в таком состоянии. Что? Почти пришли. За стенами замка есть на что посмотреть, я говорю только о Хоксмите. Лунный камень. С удовольствием проведу тебе экскурсию. Буду иметь это в виду, Найт, спасибо. Она хотела провести экскурсию в Хогвартсе, но я сейчас немножко занят. Я уничтожал камни. Это важное занятие было, между прочим. А ты что не по форме? А, это квиддич форма. Вот и Хоксмит. Ну, слушай, так, ну, прилично топать. В принципе-то рядом, но надо обойти. Я хочу палочку. Дайте мне крутую палочку, пожалуйста. Ну вот мы и пришли. Правда, глаза разбегаются? Ну, красиво, да. В трех метлах можно выпить сливочного пива, а в сладком королевстве ты найдешь любые сладости, какие душе угодно. Мне надо сюда. Никак не могу определиться, какой же из магазинов мой любимый. Каждый раз выбираю разный. С уверенностью могу сказать, что в Хогсмите ты найдешь все, что тебе нужно. Я хочу палочку. Хочу свою собственную. Профессор Уизли сказал, что тебе нужны рецепты зелий, магические рецепты, кое-какие семена и что еще? Палочка. Новую палочку. Точно. Мистер Оливандер тебе понравится. А мне не терпится увидеть, что у тебя получится собственной палочкой. Думаю, ты успеешь найти все, что нужно, еще немного побродить. Не спеши, осмотри Хогсмит. А когда закончишь, встретимся на площади. Палочку. Так. Наслаждайся, скоро увидимся. Деревня Хогсмит наполнена различными достопримечательностями, магазинами и другими точками интереса, которые вы можете найти, используя карту руководства. Окей. Ух ты, сколько всего. Здесь есть парикмахерская. Здесь можно изменить прическу. Прекрасно. Вот они, палочки Оливандера. Клюв и хохолок. Магазин особых товаров с нажопными новейшими и самыми улучшенными побочными продуктами. Нет, вот она, лавка Оливандера. Все, идем сразу в лавку, потом будем смотреть все остальное. Мерлинова борода. Как ее? Блин, я хотел бы, конечно, в косом переулке. Ну ладно, здесь тоже неплохо. Не лапай. Сейчас подойду. А, это вы. Минутку. Я сейчас. Здравствуйте, мне нужна новая палочка. Да, давно пора. Верно, а почему давно пора? Вы ведь тот самый новый PC-курсник, верно? Ох, да что я спрашиваю, конечно же это вы. Мое имя Гербальд Оливандер, но уж про Оливандеров ты наверняка слыхали. Наши волшебные палочки лучшие в мире. Очень-очень рад наконец-то с вами познакомиться. А теперь идемте, найдемте для вас подходящую палочку. Давай. Нет. Давай самую блатную. Да. Сильная сердцевина, 10,5 дюймов, ты можешь подойти. Вот, попробуй эту. Ой, красивая. Ладно, хороший выбор. Ну же, взмахни. Нет, не его. Хм, странно. Еще разок. Взмахни как ею как следует. Это не его палочка. Ох ты! Не она. Похоже, это не лучший выбор. Не волнуйся, мы что-нибудь вам подберем. Так может быть, да. Редкая древесина, 33 1/4 дюйма. Сердечная жила дракона. Да, хочу жилу дракона. Попробуй вот эту. Не очень красиво. Что ж, ты возвращаешься на полку?
Тоже не его. Это сложнее, чем я предполагал, ну надо же. Где же ты? Может, ты... Вот ты где. Тоже зеленую сейчас достанет, да? Ну, зеленую коробку. Видишь, у него есть красный, фиолетовый, зеленый. Мне только зеленый дает. Да, пожалуй, ты подойдешь. Вот, возьмите. Все, она моя, походу, да? Их можно кастомизировать. Я хочу такую. Curious indeed. Я все посмотрю. Так что запойтитесь терпением, ребят. Блин, ну это прям огонь. Классика черная. Подожди, сейчас я посмотрю остальные. Легкая спираль, светло-коричневая. Легкая спираль, черная. Нет, спираль мне не нравится это. Это мне тоже не понравилось. Вот, вот мне это нравится. Но она только светлая. Или можно ее вообще светлой сделать? Так, вот эту давай посмотрим. Изогнутая спираль нет. Необработанная серая нет. Вот либо это, либо классика. Ну, классика. Если классика, то черная. Если такая, то белая. Ой, это какой сложный выбор-то, а? Черная классика или такая белая? Эту. Так, а что здесь вообще вот? Тип древесины ольха. Сердечное жило дракона. Прочное. 12 3/4 дюйма. А что это такое? Подожди. Ясень, осина, бук, терновик. Нет, подожди. Ольха. Мне подобрали ольху. Гибкость прочная, жесткая, не гибкая, не гнущаяся. А вот это что? На что влияет? Хочу 13 дюймов. 13 мне больше нравится. Сердечное жило дракона, волосы единорога, перо феникса. Нет, ну жило дракона точно оставляет. О! Сердечное жило дракона служит сердцевиной для палочки, известной тем, что способна вызвать мощную магию. Стабильную магию. Широкий спектр магии. Это, короче, перо феникса универсальное. Волос единорога для стабильных заклинаний, а сердечное жило для мощных. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. А какая была она изначально? Прочно. Нет, знаешь, а что есть вообще еще? Ольха, яблонь, ясень, осина, бук, терновик, черный орешник, кедр, вишня, каштан, кипарис, кизил, черное дерево, бузина. Я хочу бузинную палочку. Вяз, английский дуб, пихта, боярышник. Я хочу бузину. Все, ребят, я беру бузинную палочку. Можете писать, что хотите. Я беру бузинную, 13 дюймов, прочную. Однозначно. Да. What do you think? Что скажете? Поразительно. Еще одна палочка обеспечит еще одно блестящее волшебное будущее. У меня есть новая палочка. Ну что, как вам? Хорошо. И как-то иначе, как будто какой-то всплеск энергии. Это полное соответствие. Похоже, у вас образовалась особенно мощная связь. Правильная палочка будет учиться у вас, а вы у нее. Мне не терпится опробовать ее. Еще бы, волшебная палочка сердцевины, сердечной жилой дракона способна на невероятную магию. Бузинная палочка. Связь между вами и вашей палочкой будет только укрепляться. Так что не удивляйтесь способности своей палочки угадывать ваши намерения, особенно в трудную минуту. Звучит замечательно, мистер Оливандер. Вы понемногу привыкнете, но обязательно заходите, если вам понадобится любая помощь. Ой, боже, класс. Ой, а что здесь? Сундук искать.
Длинное пальто в шотландскую клетку. Я стрил у Оливандера пальто. Я не хотел ничего красть. Достань палочку. Ты посмотри, какой. Все, у меня бузинная палочка. Ребят, ну, эу. Бузинную палочку видели? У вас ее явно нету. Так, пойдем, я вижу, здесь есть быстрое перемещение. Отметимся там. И сундук. Где он спрятан? Вот-вот здесь же где-то спрятан. Мы сейчас попробуем зайти, получится, не получится, как пойдет. О. Монет немножко нашел. Так. Блять, уровень 3. Когда меня научат сломать замки? О, да ты хорошего. Так, а здесь замок какого уровня? Я понял, здесь по большей части будет... Ой, котик. Здесь по большей части будут серьезные замки, поэтому пока нет смысла еще их взламывать. Так, у нас по заданиям есть вообще-то еще два магазина. Надо сходить. Тихо, не мяучь тут. Породистый кот, они же такие мяукают, кстати. Вот эти бенгалы. Ну, сюда. А куда я пришел? Это не таверна, случайно? Сундук еще выше. Я вообще, куда я зашел? Три метлы. Нет, мне сюда пока рано. Мне нужно вообще-то по заданию. Мне по заданию нужно зелья, фолианты и свитки, волшебная брюква. Погнали. Вот это, наверное, зелье. Ну, пойдем в зелье, потом будем искать спортивных товаров. У меня нет денег на новую метлу. Хотя я предзаказ делал, мне какие-то бонусы там обещали за предзаказ. Это магазин приколов стопудово. Прибрежная сторона. Так. Добро пожаловать в лавку зелий Джей Перри Пеппин. Погнали, пообщаемся. Прошу прощения, сэр. О, хвала небесам, когда я слышал звонок, подумал, что это мисс Лаванг. Впрочем, она вряд ли созволит сюда зайти. Кажется, я вас раньше здесь не видел. Честно говоря, я в Хокснете впервые. В самом деле? Что ж, Перри Пеппин к вашим услугам. А мой магазин называется «Зелья Джея Пеппина». От всех недугов. Безусловно, название указано на вывеске, но дедушка всегда говорил, что его нужно сообщать покупателям. Чем я могу вам помочь? Профессор Уизли отправил меня к вам за рецептами. Я новый ученик Хогвартса. Значит, это про вас она писала. Она прислала мне сову. Я сразу же отложил вам все необходимое. В свое время мне постоянно приходилось пополнять запасы зелий. Думаю, вам тоже потребуется. Зелье варенье — это почти искусство, правда? Я всегда говорю, что зелье способны помочь ничуть не хуже, чем палочка. Неужели зелье действительно настолько мощное? Возможно, заклинание выглядит эффектнее, но будь уверены, зелье ничуть не уступает им в мощности. Зелья могут исцелять, разрушать, защищать. Скоро вы сами это все узнаете. Поскольку вы здесь впервые, я должен сказать, что продаю не только рецепты зелий. У меня также есть готовые настои для самых разных целей, а порой я изобретаю новые. Заходите время от времени, чтобы ничего не упустить. Ладно, уговорил, хорошо. Давайте пока я принесу ваши рецепты, хорошо? То есть он мне, в принципе, уже все заготовил. Чем я могу вам помочь? Мне нужно вот это. Зелье Эдурус. Рецепт приготовления зелья, образующего на коже выпившего каменистую пленку, которая защищает от различных повреждений. Хорошая штука. Купить. Блин, он под конец замедляется, и ты такой... А, рецепт... да, рябиновый отвар. Слушай, 1200, у меня 89. Мне здесь явно все не по карману. Так, окей. Фолианты и свитки, волшебная брюква. Так, фолианты и свитки. Магазин одежды. Клюв и хохолок. Так, мне нужны фолианты и свитки. А, вот он. Погнали. Так, давай-ка здесь еще мы
Блин, я видел там точку этого быстрого перемещения. Я буду стараться их как-то немножко, ну, вот, задействовать. Я думаю, что быстрое перемещение нам потом, конечно, пригодится очень сильно, поэтому пока мы здесь рядышком, нужно отметиться. Против чего? Ты тут это? Он о чем-то предупреждает, я не буду, в принципе, тратить время на его предупреждение. Я совсем справлюсь, у меня новая палочка, гузинная, между прочим. Как бы не хухры-мухры, да? О, еще один пытливый ум. Простите, сэр, профессор Уизли сказал, что тут можно найти магические рецепты. А вы учитесь у Матильды. Так и знал, что скоро вы ко мне придете. Я владелец этой лавки, Томас Браун. Я так понимаю, у вас был урок колдовства? Еще нет, сэр. Ну, значит, скоро будет. Создание предметов из ничего — это магия в чистейшем виде. Конечно, в нем есть свои сложности, но на то вам и нужны будут мои магические рецепты. Прилежно занимайтесь, и вскоре сможете произвести впечатление даже на профессора Уизли. Да, мистер Браун. Очень надеюсь, что так все и будет. А я непременно хочу увидеть ваши успехи. С помощью магических рецептов можно создавать уникальные вещи, например, нестандартные предметы мебели или декора. Кого-то декорировать собрался. Но пусть преподавателем занимается профессор Уизли, а я принесу магические рецепты, которые вам нужны. Стол для горшков и стенд для зельеварения, верно? Думаю, да, сэр. Отлично. Нет ничего лучше, чем уметь выращивать собственные ингредиенты и варить какие угодно зелья, когда вам заблагорассудится. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что у нас есть. Магический рецепт, стол для горшков. Окей. И стенд для зельварения. Кормушка для тварей, коробка с игрушками для тварей, место для нарезки. Блин, ну здесь это будет долго играть. Это мы будем играть в нее долго. Я не против. Я с удовольствием в нее буду рубить. Так, нам осталось что? Волшебное брюхо, погнали. Вообще, на самом деле, по-хорошему, везде бы походить, посмотреть, что продают. Просто в этих местах нам будут давать халявные предметы, в остальных местах нет, а денег у меня, ну, мало. Ой. Чё, уперся? Не хочешь залазить? Так, что у брюквы можно купить? Опа, иди-ка сюда. Сейчас, подожди, он вылетит обратно, я ее споймаю. Есть. Я не буду специально за ними охотиться, но если я буду их встречать, я, конечно же, буду их ловить. Здравствуйте. Так, поговорите. Простите, сэр, профессор Уизли сказала, что мне нужно обратиться к вам за семенами. Ах, да, бадьян для нового пятикурсника. Значит, это вы. А, Мерлинова борода. Поступить в Хогвартс на 5-м курсе. Да у вас должна быть голова идет кругом от этого всего. Ну да. Отнюдь, я воспринимаю все это как увлекательное приключение. Ну что ж, поздравляю. Не всем хватает смелости прямо смотреть на вещи. Кстати, меня зовут Тимоти Чайлок, и это мой магазин «Волшебное брюхо». А я всегда ставлю тележку снаружи, люблю поболтать с прохожими. Что толку все время торчать в магазине? Пропустишь самое интересное. Да, наверное. Помимо семян, у меня еще много растений, сам выращиваю. Специализируюсь на ингредиентах для зелий. Сам Пеппин приходит за ними ко мне. Ну, как насчет пакетика с семенами бадьяна? Давай. Давай бесплатно. ПМ. Очень много семян, очень много всего они продают. О, я, кстати, могу что-то продать им. Нет, я не буду ничего продавать. Черные кожаные перчатки. А как их переодеть? Как надеть эти черные кожаные перчатки? Я что, зря что ли их где-то там брал? Коллекция. Инвентарь, наверное, мне нужен. Подожди-ка. Если что, черные кожаные перчатки мне дали, скорее всего, опять же, за DLC. Снаряжение. Вот. У него хоть и нет волшебных свойств, но все равно буду ходить блатным. Вот эти очки мы нашли. Синее солнце, защитные очки. Защита плюс 5. Ну, давай во время боя буду надевать, хорошо? Головные уборы. Кепочку. Опа, очки. Смотри, какой модник. Кустиляга у меня, а? Рукоятие палочек.
О, на палочку можно рукояти надевать, прикольно. Шейные аксессуары. Ну, мне дали вот вроде это как за предзаказ, а вот это я нашел. Нет. Если честно, я экипарик потом сниму, но просто пока какое-то время пускай поболтается. Блин. А солидно смотрится, нет? Ну, если бы он был красного цвета, я бы точно оставил. Но я сейчас пока не знаю, потому что у меня этот красное снизу, а сверху... О, наряд, подожди. Хорошо подобранный наряд. Ладно, пока оставим его в перчатках и в кипарике. Летающие верховые животные. Отлично. Я увидел, что здесь это может быть. Ну чё, Кент, смотри, какой острый козырек. Опасный малый. Слушай, опасный малый. Надо с этой, с бузинной палочкой. Я не могу с этого кипарика. Я потом его, конечно же, сниму. Но просто пускай пока поболтается. Так, а где мы сейчас проходим? Нам нужно еще, может, куда-нибудь заглянуть в какой-нибудь магазинчик. Магазин приколов. Три метлы. Вот, спортивное оборудование. Я хочу в спортивный инвентарь сгонять. Посмотри, сколько вы без. Чё почём? Сколько метлы стоят? Я понимаю, что у меня метлы еще нету даже свои стандарты, но я хочу посмотреть, может, и в продаже что-то есть. А чё, на замке? А, так они не работают сейчас. Они просто не работают, он закрыт. Ну ладно, снимем отметку тогда. Убери ее, пожалуйста, вообще. Все, погнали встретить с Нати на площади. Нам нужно с Нати встретиться на площади. Погнали к Нати. Ой, книгу несет. Я думал, кого он там несет. Если бы это пальто было красного цвета, я бы остался в клетчатом пальто. Но не хочу менять стиль. Оно все-таки зеленое, а я как бы в Гриффиндоре. Мой цвет красный. Ха, я все забрал. Теперь понимаю, почему ты не можешь выбрать любимый магазин. Нужно погулять здесь еще немного. Может быть, сегодня мне удастся сделать окончательный выбор. Не факт. Вообще не факт. Что происходит? Он же говорил про какое-то... И что это такое, блядь? О, братан, мы сейчас испытаем новую палочку. Смотри, они все начали выхерачить. У него эти доспехи в красном, видишь? Выманите его подальше от домов. Уведите его из деревни. Дайте мне погаситься с ним. Еще один. Бля, дом разрушен. Б уклониться. А, я знаю, как уклоняться. Погнали. С ним блок не сработает. С ним нужно уклоняться. Ага. Слушай, я уже 15 наношу, видаю? Ага. Я понял, красный, когда я не могу вернуться. Желтый, когда можно поставить этот блок. А, ясно, нас двоих, то есть ты решил. Бросок древней магии. Сейчас, подожди. РБ. Да, исцелюсь. Слушай, ну он прям меня достал уже, если честно. Сука. Вставай давай. Но вряд ли он будет левиатировать тут. Блин, опять нужно исцелиться. Исцелись, пожалуйста. Я сейчас все зелья свои потрачу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, разобрали его.
О, чтобы признать древнюю магию. Хорошо, я могу древнюю магию гасить. Огонь. А, святые небеса. Второй тролль? А вы двое справились со взрослым троллем сами? Да, вроде того. Если честно, все как в тумане. Мерлинова борода, вы в порядке? Да, и мы были рады помочь. Помочь? По-моему, это слабо сказано. Такая смелость говорит о задатках мракоборца. О, я хочу быть мракоборцем. Если вы двое невредимы, может, согласитесь помочь мне немного прибраться здесь? Да, есть заклинание, я уже умею им пользоваться. Конечно, констебель. Сингер. Констебель Сингер. Еще раз спасибо вам. А констебель это, насколько я помню, которая за порядок отвечает, правильно? Устранить ущерб. Так, вот так. Кому нужно? Что нужно? Так, знаете что? Она вообще отсюда от меня ушла. Эту серию мы заканчиваем. В следующей серии продолжим наше приключение в Хогсмите. Спасибо, что досмотрел до конца. Надеюсь, тебе понравилось, было интересно. Ставь лайк, подписывайся. Всего тебе хорошего, замечательного, самого лучшего. Счастливо, пока и до свидания.